Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. На экс-министра Шургина завели новые дела. Теперь административные, сообщают бизнес-новости в Кирве в своем телеграм-канале. По данным издания, бывшего министра лесного хозяйства может привлечь к ответственности УФАС за утверждение документации для двух конкурсов, которая не соответствовала законодательству. Штраф от 20 тысяч рублей, заявляют антимонопольщики. Но поскольку министр сейчас находится под следствием, привлечь его к ответственности по линии УФАС удастся не скоро, отмечают в службе. Шургин сейчас под домашним арестом. Его подозревают в получении взяток за контракты по купле-продаже леса. Программа «Экономика». В Кирове создали финансовый резерв на борьбу с COVID-19. Удалось изыскать 134 миллиона рублей, сообщил глава администрации города Дмитрий Усипов, членам Думской комиссии по бюджету и финансам. По его словам, в резерв зачислены деньги, которые сэкономили на проведении конкурсных процедур и которые не потратили на различные мероприятия, потому что их отменили из-за карантина. Как отметил Усипов, эти деньги направят на предотвращение ухудшения экономики из-за коронавируса и на профилактику и устранение его последствий. Экономика на 101 FM. Почти 30 миллионов теряет бюджет Кировской области от налоговых каникул. Об этом рассказали в региональном Минфине. Цифра за 2019 год. В 2016 году не поступило в бюджет из-за применения нулевых ставок для новых ИП на ОСН и ипотенте на 10 миллионов. Но за этот период количество предпринимателей, которые воспользовались льготами, возросло в два раза и достигло 600. Каникулы решено продлить до конца 2023 года. В завершение валюты: доллар сегодня 77 рублей 55 копеек, курс евро 91 рубль 26 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.